Так, друзья, здравствуйте. У меня опять мясо. Мясо, но в приготовлении всегда другое, да? У меня свиной ребрышки. Ну, как обычно, я снимаю тут пленочку, да? Снимаем пленку. Такое приготовление у меня первый раз, да, на канале. Хорошо, теперь второй. Так, друзья, вы увидите, в чем я готовлю это. Ну, пока в это. Так, у меня это многовато. Я сниму такой кусочек отсюда. Еще вот это сниму, да? Чтобы ровненько было. Так. Это какие хорошие куски, да? Ну, жир многовато. Жир я немножко буду снимать. Теперь, друзья, сделаем такие вырезки, это для маринада, да, чтобы маринад хорошо впитывался. На вторую тоже. Так. И сюда, конечно. Это у меня внук. Внук, сын Мария. Мария снимает видео у нас. Так. И сюда. Теперь наливаем белое сухое вино. Это приготовление будет в мангале. Вот, хорошо. Я думаю, достаточно. Ну, когда готовится, может, ну, достаточно. Может, еще добавим, да? Я думаю, добавим. Лучше добавлять, потому что потом поздно будет. Так, я добавлю, добавлю еще вино. Хватит. Вино хорошее, можно пить потом. Смотрите, что делаем. Тут у меня есть розмарин, да? Свежий, хороший розмарин. Один хватит. Так, и вот это все складываем аккуратненько вот сюда, на нем. Это сюда. Сало вниз, да? Теперь крупной солью будем посолить сверху, да, друзья? И черный перец, да? Не молотый черный перец сверху. Вот. Так. Ну и все. Так. Теперь закрываем фольгой. Фольгу сделаем двухслойный, чтобы полностью не смогли закрывать. Теперь у меня мангал. Вау, как духовка. Поднят уже 220 градусов. И мы этот мясо отправим в мангал. Прямо сейчас. И будем ждать где-то минимум 40 минут будет вариться. Когда начнет кипеть уже. Минимум 40 минут. Ну и все, подождем. Теперь, друзья, приготовим вкусный соус. Когда мясо уже снимаем с печки, будем мариновать и готовить вкусный шашлык с него. Для этого соуса нам нужно что? Видите, где-то 150 грамм чеснок, на глаз столько же красный перец, перец чили. Этот рецепт острый, да? Ну, не так, ну, нормально. У нас дома все любят острый, потому я готовлю острый. И томат, сушеные помидоры, да? Сушеные помидоры и маринованное в оливковое масло, да? И это для нашего, для соуса, что нам нужен. Вот это все. Перец чили очищаем. Косточки не будем снимать, да? Просто измельчаем так. С костями, да?
Этот соус очень вкусный и аппетитный соус. Вам, если будете готовить, понравится. С этого соуса будем кушать мясо и одновременно будем мариновать мясо. Так. Теперь, друзья, вот перешили измельченный сюда, да, в блендер. Чеснок тоже в блендер, да. И помидоры сушеные, да, в блендер тоже. Это все в сторону. И сюда к нему мы добавляем оливковое масло по расчету, да. Где-то, ну, хватит. На глаз, если будете делать, на глаз поймете. Это у нас должен получиться густоватый соус. Вот, друзья, джан, и наш соус, да? Так, я попробую, какой острый у нас получился. Нормально, средний, очень вкусно. Классный соус получился. И к мясу, и мариновать мясо. Друзья, джан, теперь маринуем шампиньоны, да? С оливковым маслом у меня сегодня все. По чуть-чуть. Соли, да? И немножко красный перцик, да? Впитывает, да, масло сразу. А, какой запах! Вино с розмарином. Это прелесть. Все, закрываем обратно. Друзья, джан, лук зеленый, это знаете, да, это для шашлыка, это визитная карточка. Всегда нужен для меня, я так люблю. Это на любителя, да? Вот кольчики хорошие, красивые, да? Конечно же, измельчаем петрушку. Друзья, джан, извините, тут рядом есть школа, детей слышно немножко, ну что поделаешь, это же не мое вино, меня нужно приготовить видеоролик. Так, раз. Уже пальчики обрежешь. Два, три и четыре. Два шампура. Как легко идет по маслу, да? Видите? Класс. Все это сниму обратно. Отлично. Теперь второй кусок. Это пальчики оближешь. Такое приготовление. Друзья, джан, попробуйте вы тоже готовить. Сколько надо. Хорошо. Еще у меня два маленьких куска, да? Хватит, один, думаю, будет держать. Теперь перчатку уже не нужен нам. Теперь соус, да? Этот соус я сказал, что мариновать, чтобы мариновать мясо и поесть с этим. Так, и щетки берем и аккуратно помажем, да? Представляете, какой вкуснятина должно быть тут. Но это еще не все, не закончили, и вкуснятина будет. Так, так, так. Класс. Один готов. Теперь второй. Оливковое масло сюда. Теперь поджарим картошки, да? Хватит. Масло любое, оливковое. Мангал у меня уже, видите, да? Я приготовил огонь. Тепло стало. Видите, как удобно так разжечь угля, да? Я все время говорю, стараться делать так. Вот и все. Вот, друзья, джан, вот красавчик идет на мангал, да?
Вот, почаще надо покрутить, почаще, 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 да? Почаще. Это обязательно. А, уже косточки вылезли, да? Класс. Классно, классно. Горячо, потому не справился, да, я? Извините меня, друзья Джан. Во-во-во-во-во-во. Вот и все, да? С шампиньоном. Друзья, я немножко посолим картошку, немножко хватит, так. И чебрец добавим на картошку, и все, так оставим. Скоро будет готов. Класс, класс, класс. Еще один последний куски, да? Хорошо. Так, друзья, Джан, как обычно, лучок, да, в кольчиках, вот как красота. Зелень, естественно. Ну, все, да, у нас все готово, это в сторону. Теперь посмотрим, как у нас получилось, да. Давайте отсюда самый толстенький участок. О, режется. Видите, как сок течет, да? Видите, как сочно. Сочно, сочно. Без проблем. А косточки уже выходят сами. Вау. Шипит мясо. Такой вариант засолить мясо, это отлично получается, потому что это очень сочно. Классно вышло, классно, отлично. Картошка готов. А шампиньоны? Вот это мама Джан. Так, друзья Джан, теперь соусом, да? Представляете, какой вкусно будет соусом. Тем более это острый. Это для тех, это соус, кто любит острый. Но это не так очень острый, чтобы нельзя кушать. Значит, даже если будете готовить сами, делайте средненький, не так острый. У меня все. У меня все отлично. Друзья, Джан, готовьте сами. Повторите со мной. Пишите в комментариях, как у вас получилось. Это такая шедевра. И что скажу? Спасибо за просмотр. Будьте здоровы, мир вам, всего хорошего. Ставьте лайки, конечно. Острый, соус острый. Ставьте лайки, нажмите на колокольчик, всегда не забудьте. И будьте здоровы всегда. До свидания, до следующего видеоролика, друзья. И все.